Приветствую. В последние дни многие люди мне задали один и тот же вопрос. А Верховная Рада на сегодняшний день легитимна? Она вообще может продлевать военное положение, мобилизацию? И в принципе, а имеют ли они полномочия сейчас по принятию вообще законов, любых законов? И как мне кажется, что это связано с тем, что пошла такая информационная волна, ну и источник ее, понятно, не в Украине, и разгоняют следующую тему, что, мол, поскольку выборы должны были быть у нас 29 октября, то есть почти месяц назад, выборы в Верховную Раду у нас не проведены, то, соответственно, Верховная Рада, по сути, узурпировала власть, присвоила себе полномочия и на сегодняшний день вообще не является легитимным органом. И вот с 29 октября Верховная Рада Украины как таковая, как орган, не существует. Законы принимать не может, постановления принимать не может. И, соответственно, все, что она приняла после 29 октября, это все, ну, ноль. Вот такая мысль идет. И мы понимаем, что эту мысль закидывают нам, понятно, с какой целью, да. Вот здесь пусть громко это будет сказано, но все-таки с целью дестабилизации ситуации в стране. И нам с вами нужно разобраться. А как на самом деле? Чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно посмотреть Конституцию Украины. Там есть четкий, однозначный ответ. Итак, смотрим. Итак, вот у нас Конституция Украины, в ней есть 83-я статья, и здесь есть часть 4-я. И в этой части 4-й написано следующее. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання, першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Вот здесь можно сделать паузу, заскринить этот момент, перечитать его еще раз, несколько раз, чтобы понять одну простую вещь. Статья 83 Конституции Украины говорит о том, что если срок полномочий Верховной Рады заканчивается во время военного положения, то есть как у нас, то все полномочия Верховной Рады сохраняются за ней и продолжаются до тех пор, пока не будет отменено военное положение, не будут проведены выборы новые и не вступит в силу, не откроется первая сессия новой избранной Верховной Рады. Все, Конституция дает однозначный ответ. Верховная Рада на сегодняшний день, на октябрь, ой, на уже ноябрь месяц, легитимна, легально. Она имеет полномочия принимать постановления, она имеет полномочия принимать законы. Эти законы имеют юридическую силу, несмотря на то, что срок полномочий закончился 29 октября. Если бы у нас не было военного положения, да, тогда можно было бы сказать, что вот нелегитимная Верховная Рада. Но поскольку у нас военное положение, то с точки зрения Конституции Украины Верховная Рада на сегодняшний день и легальна, и легитимна. И давайте закроем этот вопрос и не будем верить в те фейки, которые запускаются в Украину, действительно, с целью, ну, мы же понимаем, просто дестабилизировать страну, чтобы люди перестали верить в Верховную Раду. Мы-то очень верим депутатам. Но это вопрос по депутатам, да, на самом деле. А Верховная Рада как орган, как некий институт государства, он есть, он действующий и имеет право принимать законы, имеет такие полномочия. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на мой YouTube канал, также приглашаю вас в свой Telegram канал. И, естественно, желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.